Здравствуйте, мои дорогие. Скудненькая диета буфляр. Очень скудненькая. Очень скудненько, скромненько, но зато эффективно. Сегодня сентябрь. 7 сентября. Классная погода. Мне удалось залезть в пикантное место. С одной стороны солнце, под зонтиком. Удобно сидеть. И не грязно. Главное не спешить кушать, потому что чем быстрее съешь, тем меньше насытишься. Эту диету придумал я сам. Это 12 часов такую диету съедается и до 6 ничего не кушать. Кушать надо равномерно. Один укус яблока на два укуса хлеба. Ни в коем случае не запивать водой. Во рту тщательно перемешивать яблоко и хлеб. Тоже. Ну, почти я и закончил. Ну, спешить не надо, чтобы слюнные железы успевали выделяться.
голубом. Счастья вам, удачи. Подписывайтесь и ставьте лайк. Вот это на прощание. Пока-пока. Будьте счастливы.